Сейчас я вам покажу, как я оздоравливаю предстательную железу, которая вот здесь у меня все это расположено, и вырабатываю тестостерон. Вот так называемая гормональная там заменительная терапия, когда человек качался, нарастил мышцы, потом по каким-то причинам это ему все это надоело, бросил заниматься. Мышцы сдулись, хобот повис. Что надо делать для того, чтобы вырабатывать тестостерон? Значит, научные данные говорят, что тестостерон вырабатывает, то есть стимулирует выработку. Это напряжение. Это мощное, очень мощное, но сверхмощное напряжение. И вот как раз я этим занимаюсь. А именно, выработкой тестостерона, воздействием на костный мозг, его, так сказать, приведение в порядок, от костного мозга уже дальше все идет, мощное воздействие на гормональную систему, плюс энергетическая, можно сказать, прокачка тазовой области, в результате чего у человека, ну мне, 69-й год идет. Поддерживается в нормальном состоянии потенция. Не будем говорить, что она там какая-то там. Но тем не менее она имеется. С предстательной порядок. А был непорядок. И большой был непорядок. И в целом иммунная система хорошо работает. То есть за счет мощной энергетики выжигается всякая дрянь. Хотя ее еще и достаточно в организме, но тем не менее она как-то поддерживается. Итак, меньше разговоров, больше дела. Упражнение номер один. Смотрите, очень интересное. Оно приводит таз в порядок. То есть разного рода смещения ставит на место, особенно в пояснице. Прокачивает весь позвоночник. Ну и так далее. Короче, смотрите, чем занимается дедушка. Дедушка гения, так скажем, самоиронично. Светоч народной медицины и здорового образа жизни. Одеваем валенки, кладем войлочек, настраиваемся. Здесь усилие сейчас надо приложить, чтобы приподнять это. Достаточно приподнять. 520 килограмм. Представьте теперь, какие у меня тазобедренные суставы, коленные суставы и голеностопные суставы. 520 килограмм. Вес 620 килограмм. Хорошо, продавили. Чувствуете? Усилие пошло по ногам. Как цунами идет. И
вымывает разного рода энергетические застои, шлаки и так далее, активирует костный мозг. Вес 700 килограммов. Будь смелей, акробат. На разок оторвали, и это хорошо. Что я хочу сказать? Перед вами феномен, что с каждым подъемом идет траты энергии, а возвращается еще больше. В результате чего вы можете поднять гораздо больше, нежели начинали. Это совершенно иной вид тренинга, который не имеет аналогов. Он направлен совершенно на иное, не на мышцы. Он направлен на наработку энергетической мощи. И за счет этого активации всех функций организма. Еще разок и даванем 620, чтобы у нас было 4 подхода. 520, 620, 700. Это будет очень хорошая работа. Раздвинем тазик, продавим ножки. Хорошо. Практически нет ни одного более-менее серьезного качка, тяжелоатлета, стронгмена и, значит, силового троеборья, у которых бы не болели локтевые суставы, плечевые суставы, ну иногда еще эти. И вот они не знают, как и что делать. Вот одно из упражнений, которое способствует восстановлению суставов, на себе пробовал. Итак, начинаем. Вес 180 килограмм. Даванули, давим, вот, кость в кость. 180 есть. Ставим 200. Чуточек оторвал. И это хорошо. Именно это и надо. И все заключается не в силе, а в концентрации внимания, чтобы максимально эффективно выдавить с себя энергетический импульс, либо же воспользоваться окружающим пространством для того, чтобы оно помогло тебе в подъеме. Это уже высший пилотаж. Четвертый подход, 190 килограмм, делаем для того, чтобы пропустить энергию через руки, чтобы она активировала оздоровительно-восстановительные процессы в суставах, в первую очередь, в костях, еще более главное, в связках, ну и немножко в мышцах. 190 килограмм. Thank you.
запятерился натяжечкой. Отлично. На этом должен заканчиваться. Переходим к самому главному упражнению, в которое раскрывается вся мощь человеческого организма. Итак, предыдущими двумя упражнениями организм подготовлен, насыщен энергией, ноги продавлены, суставы, как говорится, подготовлены к нагрузке. И начинаем самое мощное упражнение, в котором развивается исполинская сила человека, если она, конечно, есть. Называется штанга на поясе. Настраиваемся. Основное значение, повторяю, имеет настрой. Вес 700 килограмм. Настраиваемся не столько напрягаться, как брать энергию и тянуть. Брать и тянуть. Работаем умом. В первую очередь, а в последнюю очередь, мышцами. Нашли положение, в котором вот оно, максимальное усилие идет. И начинаем. Как бы разминочный подход первый. Сделали. Вес 900 кг. Это уже серьезно. Это уже не хухры-мухры. Чуть-чуть колыхнул. Представляете, чуть-чуть колыхнул. Это же не порядок, ё-моё. Организм хорошо прогрелся, теплый. Испарина выступила. Все готово. И еще разок. Подходик. Сегодня, как говорят, не мой день. 900 килограмм не покорилось. И вот здесь наглядно было показано отличие вот этого движения, махонького, крохотного, от изометрического напряжения. Вы думали, что вы напряглись на тонну, а не подняли и 900 килограмм. Вот здесь вы как раз понимаете, что вы готовы поднимать 700 килограмм. И это ваш вес. А не то, что вы думаете, ага, я сейчас где-то на тонны полторы напрягаюсь. То есть нету самообмана. Есть вот вес, его подъем, и говорит о том, рост идет или не рост. 700 килограмм. Заключительный подход. И хорош, и хорош. Важно, что напряжение было. Работа совершилась. И поехали. Отлично, без фанатизма. В результате проработались ноги, предстательная железа, таз,
поясница, организм прогрелся и активировался. Вот что значит гравитационная или изодинамическая гимнастика на тренажере Сергея Прокопьевича Кривых. Дай Бог ему здоровья за такое чудо тренажер. А вот и я. Вот, можете посмотреть на итоги занятий моей гимнастикой на тренажере там, чтобы были ноги видны. А то некоторые говорят, ноги маловаты. Вот они, ноги. Пресс, месс, живот. Говорят, живот большой. Ну вот, как говорится, в меру. Вся сила здесь, ноги, немножечко жирка, согласно возраста, ну и все остальное. Лично я сам себе нравлюсь, и это главное, чтобы в результате занятий вы сами себе нравились. Доброго вам здоровья!